Друзья, всем привет, и снова Ческом, и снова Найджел Шорт, и понеслась. Еды ходит. Можно и так ходить, да. Здесь конем 6 пойду. Так, а здесь слон G4. Бара-бара-бара, бери-бери-бери. Кстати, мне кажется, Найджел здесь не сильно-то ориентируется, куда ходить, судя по продолжительным раздумьям. Так, ну что, G4 пойдет? G4 здесь... Ага, не пойдет. Так, а вот здесь я уже не обязан ходить. Так, не обязан ходить, не обязан ходить. Слон E2 имеется в виду. А, как тут? Конь C6. Да, конь C6 на слон E4, ферзь D7, на коне F4. Да, вот так пойдем. Ничего тут страшного нет и быть не может. Так, ну давайте слон E7. Можно было и слон D6 пойти, кстати говоря. Кстати, о пчелах. Так, хорошо. Чем нас удивит Найджел? Так, ну вот атака пешеного меньшинства где-то в обозримом будущем планируется. Так, ну давайте бить. Ладья FC8 пойду. Так, ну здесь, наверное, коня можно куда-то... Пока нельзя, наверное, да? Там конь на E5 у него куда-то идет. Давайте. Так, а что давайте? Давайте B6 пока. Ход плотный, я думаю. Ферзь на D1 уходит. Так, окей. Коня на E8, на D6. Давайте как-то так. Тоже немножко коряво все это, но... Ну, наверное, можно. Коня на E4, может быть, хочу поставить. Почему? Что это такое? Что это за безумие? Ничего не понял. Не, ну это уже, по-моему, понты для приезжих. По-моему, это уже понты. Так, сейчас. Слона на F8. Или на F8 как-то. Или на F6 покрепче. Давайте архи крепко сыграю. Конь G5 еще был ход хороший. А, ну вот, спасибо. Спасибо, Найджел. Да, ну, прекрати. Прекрати. Без ладьи, как бы, надо сдаваться по-хорошему. Хотя здесь какая-то игра еще есть. Но все это недолго должно продолжаться. Так, что у него там за ладью? Две пешки? Три пешки. Серьезно? Это серьезно, однако. Давай меняться хочу. Я же сейчас поменяюсь. Ферзь F3, ферзь E4. Ферзь D1 только остается. Только ферзь D1 остается. А, ферзь D1 нельзя, там же на G3 висит. Не, ну да. В принципе, вопросов больше не должно быть. Так, куда-то идет... Кто-то куда-то идет, да? Ой, да будьте здоровы, конь C4. Для меня поражает. Ну ты же, блин, известный гроссмейстер. Ну, блин, ну сдайся, ё-моё. Ну что ты вот это, блин, говно катаешь подобное? Что за прикол? Понимаешь, сюда неприятно проигрывать. Какой-то ноунейм тебя обыгрывает. Но без ладьи-то надо все-таки сдаваться, друзья. Без ладьи надо все-таки сдаваться. Найджел, ты упал в моих глазах. Ой-е. Найджел. Ну, камон! Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой.
упорный парень. Так. Даже здесь будет бодаться до последнего патрона. И до последнего патрона. Ну, давай. А, еще зя проведет, походу, Найджел, да? Вот булчонок, а. Вот булчонок, а. Но слов нету. Ну, сдайся. Не хочешь? Ферзь. Ой, ёпту-то. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Да. Друзья, я давно такого не видел, чтобы столь известный гроссмейстер вот подобное исполнял. Понимаю, конечно, что жираф большой ему видней. Сюда иди, булчонок. Камон. Да, такая вот победа. Уничтожил просто Найджела. Иди тренируйся, булчонок. Если вам понравилась данная партия, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Всем спасибо и до новых встреч.